Я хочу вам рассказать о моем прадедушке. Мой прадедушка Петров Семен Петрович родился 23 февраля 1921 года. Ему было 20 лет, и его сразу же взяли на войну. Он храбро сражался на фронте всю войну, перешел реку Эльбу и встретил победу в городе Берлине. Он видел, как наши солдаты водружали Знамя Победы. У него много медалей: Орден Славы, Орден Победы, медаль взятия Берлина. Я горжусь своим дедушкой, и мне очень жаль то, что мне не удалось его увидеть. Попков Анатолий Васильевич родился 20 марта 1935 года. В 1941 году ему было 6 лет. В то время немцы брали людей в плен и прикрывались ими от солдатов. Прадедушка тоже со своей семьей попал к ним в плен. Прадедушка рассказывала, что их заставляли есть траву, червей, землю и всякую гадость. Через 16 лет дедушка пошел в армию и попал в Германию.